Сегодня в администрации района состоялось очередное планерное совещание, которое провел глава муниципального образования Заур Хамирзов. В работе совещания приняли участие заместители главы, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. Участники совещания по традиции отчитались о проделанной за неделю работе. Первоочередной темой, как обычно, стало оказание помощи нуждающимся семьям мобилизованных. О проводимой в этом направлении работе доложил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Важное внимание было акцентировано на вопросе участия сельских поселений района в программе «Инициативное бюджетирование». Заур Хамирзов отметил, что из 17 поданных в Министерство финансов Республики Адыгея заявок, 8 принадлежит Кашхабльскому району. А это значит, что в ближайшее время в сельских поселениях района появятся новые зоны отдыха с благоустроенной прилегающей территорией. Следующий вопрос повестки дня – проведение в сельских поселениях района спортивных мероприятий на призы главы поселения в целях популяризации спорта и здорового образа жизни. С таким предложением на планерке выступил начальник управления физической культуры и спорта района Заурби Туко. Хотим предложить провести в каждом сельском поселении спортивно-массовые мероприятия по видам спорта, которые более развиты в этом поселении. Почти в каждом поселении есть сейчас инфраструктура, да, даже в сельских домах культуры нужно это делать. И подумали, чтобы главы сельских поселений, и предложили свое видение, и в каждом поселении составили график и на их призы. Достижение KPI-показателей, борьба с несанкционированными свалками и сорной растительностью, выявление бесхозного жилья – эти и многие другие вопросы были рассмотрены в ходе планерного совещания.